Вы смотрите обзор товара средства от сорняков Ground 5 мл. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Огород без сорняков. Ground полностью уничтожает любые сорняки, включая их надземные и подземные части. Действует по зеленым растущим сорнякам. Попадая на растения, Ground проникает в зеленые листья и стебли сорняков и разносится по всему растению, включая корневую систему. Препарат блокирует синтез веществ в клетках растения, и оно гибнет. Обработанные сорняки желтеют через 7-14 дней, а через 15-25 дней полностью отмирают. Применение препарата Ground. Действующее вещество глифосат 360 грамм на литр. РТКК-техноэкспорт, ампулы 5 мл, туба 50 мл, туба 100 мл с мерной шкалой, флакон 250 мл. Культура. Тип сорняков. Расход препарата. Расход рабочего раствора. Плодовые, цитрусовые, виноградники. Однолетние, злаковые и двудольные. 80 мл на 10 литров воды. Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом, при условии защиты культуры. Многолетние, злаковые и двудольные. 120 мл на 10 литров воды. 5 литров на 100 квадратных метров. Поле под посев различных культур, овощные, картофель, бахчевые, однолетние, цветочные, однолетние, злаковые и двудольные. 80 мл на 10 литров воды. 5 литров на 100 квадратных метров. Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Многолетние, злаковые и двудольные. 120 мл на 10 литров воды. 5 литров на 100 квадратных метров. Участки, не предназначенные под посев, обочины дорог, изгородь и тому подобное. Однолетние и многолетние, злаковые и двудольные. 80-120 мл на 10 литров воды. 5 литров на 100 квадратных метров. Опрыскивание вегетирующих сорняков. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.